Йо, ребят, всем привет, с вами как всегда я Валрус, и сегодня мы продолжаем с вами угорать над видосами по Майнкрафту. Скорее же поставь лайк и подпишись на мой канал, я надеюсь, ты это уже сделал. Погнали смотреть крутые приколы. Рекомендую вам классный канал Extremist Channel. На его канале вы сможете найти разные видеоролики по Майнкрафту, а в том числе новейшее выживание в индустриальном мире. Мне уже интересно, что это такое. Скорее переходи в описание и подписывайся на этот классный и годный канал. Повторюсь, ссылка в описании. Первый прикол у нас от крутого ютубера MineLol. Крипер-бом-бом приколы Майнкрафт Машинима. Давайте же скорее смотреть. С вами самочувствие, как ты можешь определить погоду, в общем, на день? Могу. Как? А знаешь, как вот? Вот, например, вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. Да, этот прикол мы все знаем, он очень старый. Ну или не очень. Ну так, старова. Понял, нет? Но прикольный, очень классно. Что сейчас будет? Капец. Фальш... А ну иди сюда, говно собачье. Чувак в шахте. Он довольно странно одет для шахты, кстати. Я не знаю, это костюм или броня какая-то. Довольно странно. Вроде бы броня, да? Ну, типа, понятное дело. 2000 лет спустя. На русском. Ну, красавчик. Он вроде бы такой тихий был, я думал, он вообще ничего не будет говорить. Так, ну и что он делает? Не может сломать землю. Ты, блядь, тут еще долго драчить будешь? The fuck, the fuck? А, он не ломал землю. Как снимается? Давайте машины? Будем сниматься, пускай там все молчат, блядь. Чего? Ну это просто постня какая-то. Давайте по новой. Тексты пишите нормальные, пишите херню какую-то. Миша, не ебусь, я тебе честно говорю. Не ровный датчик. Давай. На самом деле прикольные. Приколы, как обычно я люблю выражаться. И мы еще не досмотрели, но я уже чувствую, что они получились очень классными. Тем более вот именно эта сцена, где типа снимают кино. Ты руку убрал, блядь, сразу. Это машина. Я ж закончил. Ну так что ты закончил? Ты закончил и посиди секунду. Давай по новой будем делать. По новой. Немножко текст по-дебильному написан. По-дебильному. Миша, все переписываем. У тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Подожди, голову опусти чуть-чуть. Уже, ты можешь не орать, уже надоел за целый день. Ну все, давай, давай, не трогайте его. Дайте ему воды. Да не надо мне воды, я не хочу. Как сложно записываются эти машины, а? Давай по новой, Миша, все. Лайки крутятся. Блин, на самом деле классные приколы Майнлола получились, давайте уже посмотрим следующие приколы. Следующий прикол у нас от ютубера Вохи. Дорогой, где-то был прикол Майнкрафт Машинима. Так, у нас по звуку нормально? Нормально, а? Не лезь, дебил, ебаный! Ты чё, хуёво, тебе сказали, что ли? Залезь, нахуй, обратно, блядь! Дебил, блядь. Она тебя сожрет, блядь.
друг друга убили тупо. А, это реклама. Ай-яй-яй, больно, больно, но классно. Он попросил пройти туда, отделение. Я зашел туда. Когда зашел, ну когда заходил, я ему сказал... Ну, на самом деле классно, когда делают мемы, когда чувак что-то говорит, а они это просто интерпретируют в Майнкрафте и показывают то, что он говорит. Это не цензурно. Это очень классно, это очень классно. Ну вот так, я же говорил. Он напал на меня, ты что, мне что ли сказал? Короче, душить начал. Потом, все, потом, вырубил его. Второго для прикола вырубил. Блин, серьезно. А как вы считаете, какие главные качества, которыми должен обладать настоящий милиционер? Ну, настоящий милиционер должен... Должен быть умным, честным, справедливым. Обладать добротой. Как? Он должен быть умным. Что еще? Блин, это то же самое, что я сказал. Ну, все самые хорошие качества, что есть. Сука, дебил. Опа. Правдоподобные звуки. Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. Дура, я бегал в другой футболке. Блин, ну, кто не видел этот мем? Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. А ты кроссовки понюхай. Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но трусы сухие и совсем не пахнут. Сука, футболку нюхай! Дорогой, где ты был? У соседки. Странно, но футболка пахнет, как будто ты бегал. Дорогой, где ты был? В туалете. Срал! А, ну или так. Странно, но бумага сухая и совсем не пахнет. Гонщик нелегальный, профессиональный. Видишь, на всей скорости. Нет ему покорности. Ой, я не нет очень. Нет тебе покорности. Блин, офигенная песня. Полтора почти, Шура, почти полтора. Вот что я с этим должен делать, понимаешь? Я ей говорю, Света, ты вообще мозги все вообще... Чувак соединил два мема, вот это да, это неплохо. Остальные растерялы, какие у тебя есть, блин, вот это вот. Я раз Светка. В два месяца, мне это вот сколько можно терпеть? Она вообще уже мозгов под накрашенными волосами нету, Шура. Эх, закончились приколы Боки. Ну, в принципе, они очень классные. Ну и последний прикол, давайте опять же посмотрим Майнлола, свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Классный мультик. Что здесь происходит? О-о-о, зеленый слоник. Братишка! Я прям по звуку сразу понял. Как поспал, братишка? Проголодался, наверное. Да, проголодался. Ёб твою м***ь! Иди отсюда, м***ь! Что случилось-то? Ты что, обосрался, что ли, мудак? Не, не какал. Я тебе покушать принёс. Ты сделал? Ты что, мудак, что совсем, м***ь? Что ты? Я покушаю тебе, ты насрал, мой будиль. Я тебе, убери это говно. Чё, блин? Ну да, мы все видели это. А это у нас что? Чувак, тебя спалят. Никого нет. Опять постучит, вот 100%. Довольно странно. Открывай Новый год! Это смешно, ладно, я так подумал. О, нет. 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 Я уже знаю, что сейчас будет. Блин. О, у Майнола реально смешные приколы, ну серьезно.
Ну, у всех смешные приколы, как бы тут не поспоришь. Майнкрафт сам по себе смешной. Чё, опять? Не, второй раз уже будет не смешно. Не-не-не. Ладно. Третий раз? Серьезно, чувак? О. Ну давай его. Угу. Ты чё? Когда тебя загриферили? Эй, ты, мать твою! Закончились приколы Майнлола, ё-моё! Ну, вообще, и закончился это видео. Спасибо, то, что вы его посмотрели до конца. С вами был Валрус, можете зайти другие мои видеоролики на жопу, конечно, за стол, которые прямо сейчас показались у вас на экранах. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.